Этот стиль староскольские ценители искусства узнают с первого взгляда. В вечер памяти Ильи Хигая городская библиотека имени Пушкина открыла выставку его картин. Более 20 работ переносят посетителей в необычный мир художника. Одно из центральных произведений выставки «Похищение Европы» он писал дольше всех работ. Несмотря на мрачные краски, его смысл светлый. Любовь к женщине бесконечна и побеждает любые преграды. В написании картин своих он философствовал. Вот все, что на картинах, это его внутренний мир. И радости его, и горести, и печаль его душевной, и радость. Творчество Ильи Хигая сыграло важную роль в развитии современной живописи в Белгородской области. Я практически на всех выставках был. Всегда там есть журнал. Люди пишут свои ощущения от выставки и прочее. Всегда только восторги, всегда только удивление, что в нашем городе оказывается такой великий человек. Потом люди привыкают, уже не пропускают эти выставки. У людей, по крайней мере, которые никогда, возможно, не соприкоснулись бы с живописью, он пробудил вот это желание и любовь к живописи. В ближайшее время родственники и местные меценаты планируют открыть музей имени Ильи Хигая. А пока окунуться в удивительный мир выдающегося земляка желающие смогут на выставке до конца апреля.